Всем привет! И вы на канале Элинка ТВ! И, ребятки, мы сегодня будем проверять на прочность бонтиков 5 и тем более блокедов! Проверим супергероев на прочность, действительно ли они такие супергерои, или же они уступят нашим бонтикам. Будем их распаковывать машиной, а блокеды будем пробовать давить, выдержат они или нет это испытание. Пишите, это ребята, будет тест на прочность. Как вы думаете, пишите в комментариях, раздавятся ли блокиды. Блокиды — это такие фигурки, они пластиковые. Посмотрите, вот такие у них квадратные головы, они из пластмассы полностью сделаны. Интересно, выдержат ли они. А блокиды, как вы помните, они все в пакетиках надувные, будем щелкать. И может, у кого-то не хватает бонтиков? Мы проверим, как же они будут открываться. Конечно, повторочки. Коллекцию твою трогать не будем. Покажи ребятам свою коллекцию блокидов. Ага, вылезаю. Вот посмотрите, такая коллекция. Молодец. Вот такая коллекция, они уже к испытанию готовятся. Да. Такие фигурки выдают, напомню, в магазинах Гиппи, Гиппа и Белмаркет, да? Вот, вот такие у нас, вот такая коллекция. Проверять на прочность будем наши повторочки, так что, ребята, не переживайте, не расстраивайтесь, вся коллекция останется целой. Будем проверять на прочность повторки. Или 4 фигурки всего не хватает. Ну да? Что, будем распечатывать сразу бонстиков, потом проверим блокчетов на прочность. Давай еще больше расстояния делай. Ты же под колесо подкладывай, смотрите, как она раскладывает. Папа не наедет. Давай еще сюда. Ты посмотри, их в одну линеечку разложи. Встань. Да. Ты за рулем поедешь? Да. Ну, давай. Так, ну что, поехали? Да. Не лопнул. Так, есть второй. Третий не лопнул. Четвертый не лопнул. Пятый тоже нет. Ничего себе, давай проедем еще раз. Один из пяти. Давай в заднюю сторону еще раз проедем. Давай назад. Эля, наверное, так положила, что они не полностью попадают. Давай. Вот тот не лопает, смотрите, он, наверное, сдулся. Сейчас я подровняю. Так. То или их так разложила, что папа не попадает. Вот и все. Ну давай открывай, посмотрим, что там. Давайте смотреть, кто там, а потом будем проверять на прочность супергероев. Блокедов, а не супергероев. Блокеды — это супергерои. Может, ты перчатки снимешь, будет удобнее? Не, мне холодно. Жевжик! Жевжик, точно. Показывай. Жевжик, кому не хватает жевжика? Алиса, а тебе кто попался? Показывай. Мне кажется, что уже все собрали коллекции бонстиков. Ребята, напишите в комментариях. Кто это? Кук! А Меша. Это Меша. Ты еще, Эля, помнишь все имена? Да. Давайте. Давай, Алиска, я тебе помогу. Не раскрылся, да? Застегните Алису. Смотри, кто это? Поляся, Алисина любимая Поляся. Любимый розовый. Подожди. Поляся Алиса открыла. Смотрите, это же Поляся. Алисин любимый бонтик. У кого тоже бонтик любимый Поляся? У меня опять... Ой, Белун. Смотрите, потом... все разные. Да, смотрите. Белун. Просто... Давай, сильно. Сильно. Вот так, подожди. Ну ничего страшного, у тебя же не получалось. Открывай. Вы или терпение не смотреть. Это... И тоже это. Как или его зовут? Худ, который с яйцом 3 года ходит. Смотрите, ребята, опять с машиной. У нас все разные. Кому таких не хватает бонстиков? Класс. Пишите в комментариях. А теперь будем проверять на прочность наших мусор собираем. Будем проверять на прочность наших супергероев. Собирайте мусор, будем раскладывать. Тоже дорожкой разложим или как мы их будем, папа? Ну да, давайте их тоже поставим, только не лежа, а поставим. Давай, теперь Эля расставляет блокхедов. Холодно. Давай, я помогу. Да. Давайте, выставлять их так на ноги, чтобы... Давай, вот сюда, вот ближе вот так вот. Вы на свет хоть выйдете, а то там под машиной ковыряются что-то, ничего не видно. Вот так вот.
Видно вам, ребята? Да. Вам видно этих супергероев? Пишите в комментариях заранее, выдержат они наши испытания машиной или нет. Мне кажется, головы у них отломаются. Мне тоже кажется, когда они... Не знаю. Так, ну что? Ну что, готовы? Супергерои готовы? Главное, Эля, чтобы они нашу машину не подняли и куда-нибудь не унесли. Да, они же они супергерои. Они могут. Они могут. Так, ну что? Я готова. Мне страшно. Нет. Поломался. Поломался. Поломались они. Ребята, посмотрите, что папа решил добить. Вот что случилось с нашими героями. Эля, я была права, они потеряли головы. Причем те, которые падали, а здесь, смотри, голова оделась на тело, смотрите. Вот это осталось целое. А, так он, смотрите, он проткнулся, да? Да, да. А смотрите, какие они, оказывается, внутри, они пустые, смотрите, ребята. Они внутри пустые. Голова полая, да. Да. Вот, вот, смотрите. Можно посмотреть. Ага. Тут разломалась нога. Ножки остались. А здесь что тоже, смотрите, треснуло. А вот эта, которая целая осталась, точно она целая? Ну-ка, папа, проверь. Вот, смотрите, я достал. Колечко получилось, да? О, Эля, точно, если тебе на палец кольцо налезет. Мизинец давай. Мизинец давай. На перчатку нормально. О, супер. Смотрите, супер! Кольцо из супергероя! Это лайфхак! Как правильно вам сказать? Лайфхак! Учителя, папа! Лайфхак! Смотрите, у меня нет новости! Папа новое слово изобрел. Лайфхак! Так, ребята, я хотел еще. Я хотел еще Алиски сделать. А вот этот самый прочный оказался. Смотрите, у него. Только ножка поломалась. У нас целая, папа. Девочка у нас целая осталась, посмотри. Девочка осталась целая, да. Классно. Да. Вот что случилось с супергероями. Но они стойко прошли наши испытания. Ребята, вы не расстраивайтесь, у нас еще много таких. Но мы зато проверили, что же с ними будет, если проехать по ним машиной. Да, это классно мне. Ну кажется, что, ребята? Эксперимент. Ну что, ребята? Давай прощаться с ребятами. Пока-пока! Пока-пока-пока-пока-пока! Конфетка! Кому что, Алиске конфетка? Вкусная хоть? Да! Спасибо! Ну, приятного аппетита! У тебя тоже конфетка?